Вот так Олег Алексеевич открывает. Рядом такие моды. Ляля выходная. Ляля выходная и операция. Да, по спасению Клёпы и малыша, чтобы они не замерзли. Да, вот так вот и одела. Ты маленький такой у меня за шиворотом сидит. Заходим, берите малыша. Заходите, да. Вот, цепляется за фотоаппарат. Ути, боже ты мой. Итак, мы уже в техническом коридоре, который ведет к отдельным вольерам. Мы открыли эту дверь без помощников изнутри. И сейчас у нас задача открыть пустой вольер, показать маме малыша, и чтобы она зашла к нему сюда. И мы отдали малыша. Пойдемте. А рядом вон коняки. Вас тоже так вот заводили, чтобы вы не замерзли. Вот у нас пустой вольер. Совершенно пустой вольер. Здесь ей будет безопасно. Еда, вода. Теперь осталось заманить львицу. Пойдем звать маму. Лёпа. Вот такая непростая задача по спасению всего одного львенка. Видите, как реагируют остальные львицы? Идем сюда, идем. Вот мама увидела и почувствовала. Ругаемся на них, идем. Идем сюда, моя хорошая, идем. Идем сюда, скорее. Идем, 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 идем. Гони их, гони. Рыкни на них, рыкни. На теток, рыкни. Иди сюда, скорее. Клёпа, Клёпа, пойдем. Я только тебя запущу, никаких теток твоих не пущу. Пойдем. Пойдем, пойдем. Вот твой малыш. Пойдем. Мальчик. Пойдем, Клёпа. Иди сюда, иди сюда, Клёпа. Клёпа, идем, 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 скорее, Клёпа, вот он. Клёпа, вот он, смотри. Вот он, Клёпа. Давай, скорее, твой малыш. Клёпа, его можно иди назвать сюда. Ллойд, в честь твоего бывшего мужа. Вот так. Пойдем, Клёпа, пойдем. Клёпа, пойдем, это скорее. Ты, иди твой сюда. Малыш, защищай. Иди. И вот так вот. Ой, я не знаю, как вы, а я каждый раз в шоке. Потому что... О! С ума сойти! Все! Такие операции, ну, мы делаем очень часто. Ну, на самом деле, это все непросто. Отобрать малыша в сафари у львицы взрослой. И вот она, смотрите. Вот она понесла. Видите, она в полной безопасности. Ну, можем пройти, посмотреть, ага. Можем, куда она его понесла. Она его положить. Понесла в укромное место. Под тополем. Ух ты, да. Она знает, что там есть. Ой, забыли про львенка.